РУДН дает нам, студентам, возможность реализовать себя и свои проекты здесь и сейчас. При поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в нашем университете реализуется программа развития деятельности студенческих объединений РУДН. Каждый из нас хочет стать успешным, построить свою карьеру. Для этого мы разработали и реализуем проекты, содействующие комплексной поддержке занятости и трудоустройства студентов и выпускников РУДН. В 2012 году в университете были организованы и проведены общеуниверситетские ярмарки вакансий с участием 60 организаций работодателей. В ярмарках приняли участие более 5000 студентов РУДН и других вузов Москвы. В ходе ярмарок студенты смогли получить консультацию представителей российских и иностранных компаний о требованиях работодателей и условиях трудоустройства. Рабочей группой проекта подготовлена и проведена профориентационная студенческая акция «Твоя успешная карьера» при участии консультантов и психологов Департамента труда и занятости населения города Москвы. Наш интернациональный студенческий коллектив отличается стремлением не просто предлагать интересные идеи и проекты, но и воплощать их в жизнь. Настоящим праздником и открытой инновационной площадкой для студентов университета и для наших гостей из стран СНГ, вузов и школ Москвы стал второй международный молодежный социально-экономический форум инноваций, организованный Центром активных программ содействия занятости молодежи РУДН. В форуме приняли участие представители ведущих российских и международных компаний и центров. В ходе форума состоялся конкурс молодежных инновационных бизнес-проектов и бизнес-идей. Мы воспользовались программой, представили свои проекты, собственно, которые получили высокую оценку специалистов, экспертных комиссий. И, в общем, мы надеемся на получение грантового финансирования для того, чтобы развивать инновации в России, внедрять технологии здесь. Выставка молодежных проектов «Инновационный прорыв 2012», организованная на базе молодежного инновационного бизнес-инкубатора РУДН, стала формой общественного признания для многих студентов и авторских студенческих коллективов. На выставке наши авторы представили 13 проектов, некоторые из которых уже стали победителями международных и российских конкурсов. В последние годы наше государство и правительство активно поддерживают инженерно-технические направления профессиональной подготовки молодежи. Творческий коллектив студентов и аспирантов инженерного факультета в составе студенческого конструкторского бюро эффективно реализует междисциплинарный проект «Студенческая инженерная мозаика», в рамках которого разработано 6 архитектурно-строительных проектов социальной направленности. Один из них, проект «Энергоэффективный жилой дом», уже запатентован. Какой русский не любит быстрые езды, да еще и на собственноручно изготовленном автомобиле? Коллектив будущих инженеров создал свой гоночный болид и даже принял участие в международных соревнованиях «Формула студент САЕ» в Италии, организованных ведущими автомобильными компаниями мира. Мы познакомились с итальянцами, с немцами, которые представляли свои автомобили. И как бы мы поделились с ними своим опытом, они поделились своим. Вот, все были очень удивлены по поводу того, что мы за такие короткие сроки, 4 месяца, 10 человек построили такой автомобиль. Творческий коллектив проекта представлен студентами и молодыми специалистами аграрного факультета. Сплоченная команда мастерской ландшафтной архитектуры и дизайна уже получила признание как на российских, так и на международных конкурсах. Студенческий проект «Гжель в большом городе» признан лучшим на 5-м международном фестивале «Императорские сады России». Студенческое научное общество РУДН – это команда? Нет, не ботаников. Это команда талантливой молодежи. Фестиваль науки РУДН – наш интерактивный проект по привлечению студенческой молодежи и школьников к участию в научно-исследовательской деятельности и популяризации научных знаний. В этом году в рамках фестиваля были организованы экскурсии по инновационным лабораториям и кафедрам университета. Проведены открытые лекции ведущих профессоров РУДН, презентации студенческих научных кружков и интерактивные конкурсы. Первый интернациональный студенческий отряд в РУДН был создан в 1964 году. Добрые традиции живы в нашем университете и сегодня. В этом году в составе интернационального студенческого строительного отряда работали бойцы из 43 стран мира. Только за июль и август строительный отряд «Меридиан дружбы» отремонтировал и благоустроил 28 объектов на территории РУДН. В нашем университете ежегодно растет число участников движения студенческих отрядов. Активно ведет работу школа подготовки командного состава, школа бригадиров. С 2012 года Центром активных программ содействия занятости молодежи разработана и успешно реализуется программа «Курс молодого бойца» для студентов, желающих влиться в сплоченные ряды нашего стройотряда.
Открытой общественной площадкой для подведения итогов и обобщения современного опыта работы студенческих отрядов является ежегодный фестиваль «ВУЗу, городу, стране» и слет интернационального студенческого строительного отряда «Меридиан дружбы РУДН». В этом году в фестивале и слете приняли участие представители 40 вузов России и СНГ. Если вы поступили в РУДН, у вас есть все шансы совершить путешествие по странам и континентам, не выезжая за пределы университета, а просто участвуя в днях и неделях фестиваля национальной культуры. Интерклуб – это наша интернациональная творческая мастерская. Если мы зайдем в интерклуб после учебных занятий, то увидим студенческое творчество во всем его многообразии. Ведь на базе интерклуба работает более 30 творческих студий и коллективов. Здесь проводит вкусный фестиваль «Женский комитет РУДН». Готовится к выступлению в лиге сборная команда КВН РУДН. На базе интерклуба РУДН студенческий совет проводит межвузовские праздники и мероприятия. В нашем университете обучаются студенты из 160 стран мира. Многие из них активно занимаются спортом в секциях и сборных командах РУДН. Общественный совет физкультурно-оздоровительного комплекса «Дружба» поставил задачу привлечь иностранных студентов РУДН к участию в спортивных соревнованиях по традиционным российским зимним видам спорта. Для этого были дополнительно приобретены комплекты спортивного инвентаря. Нам интересна программа «Весь мир на лыжи». Реализация программы развития деятельности студенческих объединений дает нам возможность идти в ногу со временем. Мы учимся быть полезными обществу и вносим свой вклад в его развитие. Поэтому время работает на нас.